В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина. Соответствующее постановление Совета министров и Национального банка от 15 мая 2020 года официально опубликовано сегодня на национальном правовом интернет-портале, сообщает Белта. В сельской местности, малых городских поселениях, территории вне населенных пунктов выдача наличных держателям банковских карточек через кассовое оборудование, подключенное к системе контроля кассового оборудования, возможно, с 5 июня 2020 года. На остальной территории страны с 1 января 2022 года. Выдавать деньги смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги. Сумма наличных, которая выдается в рамках одной операции, может составлять не более 5 базовых величин включительно. Сейчас эта сумма равна 135 белорусским рублям. Постановление вступает в силу с 5 июня.